Как дела? О, здесь так красиво. Привет, Крис, как поживаешь? Рада тебя видеть. Я начал волноваться, думал, вы опять заблудились. Мы задержались в Калифорнии. Да, пробки на дорогах сюда ужасные. Зато можно увидеть, какой может быть жизнь. Ну да. А вот и он. Привет, привет. Все хорошо. Давай выбираться отсюда. Тебе было весело, да? О, это здорово. Это все привезли сюда вчера. Я могу что-нибудь сдвинуть, если нужно. Все это ты здесь хранишь? Это был очень короткий тур, 2.5-3 недели. Я отыграл только 8 концертов. Это был один из самых коротких моих туров. Как прошло? Очень хорошо, очень весело. Да? Да, я никогда раньше не делал ничего подобного. Когда вы начинали? Сколько тебе было лет? Когда мы только начали, мне было 18. Это было в 1980 году. И вы не могли найти барабанщика? Я не думаю, что мы его всерьез искали. Я уверен, что мы нашли бы его, если бы он действительно был нам нужен. Когда мы начали, у нас было условно 2 гитары и басы, но нам нравилась сама идея приобретения драм-машины. А потом у нас появился первый синтезатор, и лишь позже мы поняли, что мы совершали своего рода прорыв новых границ. Я имею в виду, что когда я оглядываюсь назад и прослушиваю то, с чем вы начинали, мне сложно вообразить, как вам все это удавалось, учитывая возможности электроники тех времен. Да, это довольно забавно. Благодаря тому, что технологии развиваются, сейчас практически не существует границ всему, что мы делаем. Мы даже склонны тратить больше времени на записи, только лишь потому, что не знаем, где остановиться. В прошлом же мы знали границы возможностей. Например, наш первый альбом был записан всего за 3 недели. Мы довольно долго играли его вживую, на концертах. Мы все знали свою работу, и когда настал момент, мы просто записали его, прям как какие-нибудь рок-группы. Мы, конечно, сделали пару перезаписей, но по большему счету запись звучала так же, как и на концертах. Озвучивая свои стихи, ты как будто бы делишься чем-то очень личным. Ты работаешь над этим до тех пор, пока у тебя не начинает получаться что-то стоящее, подходящее. Может быть, это и не очень хорошо, но я не могу себе представить, как можно сидеть с кем-то в комнате и пытаться придумать что-то, понимаешь? Я обычно или сижу за пианино, или пытаюсь подобрать аккорды на гитаре, а потом я просто начинаю напевать поверх этих нот, и все происходит очень естественно. Для меня писать песни — это нечто естественное. Потому что слова — это как оболочка тех эмоций, что у тебя есть, и ты их воспроизводишь. И мне всегда казалось, что для меня это единственный способ написания песен. Многие люди работают совершенно иначе, они считают, что работать подобным образом очень странно, но вы знаете, для меня это все происходит именно таким образом, и я просто иду этим путем. Мне нравится получить структуру песни еще до того, как я сяду за компьютер, за электронику или синтезатор. Ты всегда был именно тем человеком, для которого я хотел снять фильм. Дело не в том, что я хотел, чтобы он тебе очень понравился, а скорее в том, чтобы благодаря фильму была показана твоя работа. Это могло бы стать своего рода инструкцией. Ведь для нас это был самый интересный фильм из тех, что мы когда-либо делали вместе с Крис. Сейчас мы все это знаем. Я думаю, что и весь тур, и сам фильм помогли повысить принятие группы, смогли повысить популярность нас. Потому что я не уверен, что до этого нам удавалось собирать целые стадионы людей, которые поддерживали бы нас. В середине 80-х нам удавалось открывать подобные концерты. Поэтому нам фильм помог взлететь как группе. Когда мы начинали тур, это же был 88-й год. Да, это был 88-й. Для меня сейчас то время кажется другой жизнью. Даже сейчас, прожив здесь всего 3 года, вспоминая то, как жил в Англии, мне кажется, что это была совсем другая жизнь. Я имею в виду, мне кажется, что здесь я живу намного дольше.
Думаю, что именно Алан придумал название альбома «Сто один», что стало большим облегчением, потому что мы действительно мучились с названием. Мы не могли договориться друг с другом. Я помню, что названия, которые предлагались, были какие-то совсем корявые. Да, действительно, я не удивляюсь, что мы никак не могли договориться. Они были не очень хорошими. Но вы и правда отыграли 101 концерт? Или это было какое-то преувеличение? Да, это так, 101. Правда, сам я не считал. Я тоже их не пересчитывал, и не думаю, что кто-то по-настоящему это делал. Так нам сказали. Первый человек, который посчитал их и придумал название 101, мы ему просто поверили, потому что это было отличное название. 102 так хорошо не звучало бы.